Друзья, добрый вечер. Всем-всем привет. У меня ночь уже. Ну, может быть, у кого-то еще вечер. Мне пишут, почему я так редко записываю по империи пазлов. Ну, призывы я не доначу. Я со своих твинков пытаюсь сделать побольше призывы. Но все, что происходит, там, где выпадают пятерки в призывах, вы видели. В основном на твинке. На основной аккаунт ни хрена хорошего мне выше четверки не падало. Уже давно. Да и вообще, как-то мне эта игра уже настолько осточертела вот с этим финским казино и со всеми делами. Максимум я планирую, наверное, 1-2 видео еще снять. Сегодня еще может быть одно. И вряд ли что-то я буду дальше записывать и вообще в эту игру играть. Она мне просто осточертела. Вот сколько лет, я уже больше 2 лет играю в нее, почти 3 года. Одно расстройство. Сегодня мы собрались для того, чтобы посмотреть, что у меня выпадет с 20-х лагерей. Тем более, там не по одному герою, а должно быть. Давайте посмотрим. А потом, может быть, через 27 дней еще я выпущу оставшихся. Посмотрим, что там нам 20-е лагеря принесут. Начинаем. Ольмер. Джон, Кайлани, Киприот, Гуннар. Все это у меня есть. Все это есть. Что нам даст второй лагерь? Карил, Оберон, Бальтазар, Берден, Резчик. И ни одной, даже четверки ни одной нет. Замечательно, Финн, замечательно. Привет вам. В кавычках. Вот так вот, друзья. Собираешься, аж здесь у нас что? А ну тут, ладно уж. Может быть, как-нибудь в следующий раз. А по видео, которое наши мэтры снимают с призывами и тратят охренеть какие бабки, еще раз доказывает, что не стоит вкладывать деньги в эту игру. До новых встреч, друзья. В других играх, я надеюсь, что-нибудь мы интересное, помимо перепазла, для себя найдем. Я уже, в принципе, нашел. И снимаю на своем канале. Желаю вам что-нибудь более интересное найти. И где разработчики будут намного более благосклонны к вам, чем вот в этой игре. До новых встреч. Пока-пока.